Недавно в Марбелье отпраздновал свое 46-летие вор в законе Артем Сарксян, он же Артем Саратовский. Празднование проходило в одном из самых модных и престижных ресторанов «Тикитано», прямо на берегу Средиземного моря. Ресторан был выкуплен полностью и закрыт для посторонних, гостей встречали у входа и после вручения подарков имениннику указывали, за какой стол усаживаться. Авторитетные гости съехались с разных концов земли. На десерт гостей угощали пирожными тирамису в виде символа воровского знака и цвета запрещенного в Российской Федерации движения АУЕ, сделанными по спецзаказу. С такой же воровской символикой и в цветовой гамме был выполнен огромный праздничный торт. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Чтобы получать уведомления о новых видео, нажмите на иконку колокольчика. Буду благодарен за вашу поддержку.